И здравия, соратники! Сегодня у нас 9 часов ровно, и я решил, что пора записать продолжение Марлезонского балета в виде хроник безумия 23. В предыдущей части 22.1.2 я говорил о событиях сентября, что происходило и почему в дальнейшем начало освобождения человечества будет у нас ассоциироваться с цифрой 17, ибо 17 дней – Траура по смерти королевишни. По королевишне, которая уже никогда не возродится в виде какого-то объединяющего символа для врагов человечества. О чем я говорю, смотрим канал сначала. Я немножко упомянул о листопаде, который идет и нарастает. Ну и следующим шагом должно было быть анализ, небольшой анализ, свои 5 копеек ставлю.